Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Екатерина. В этом видео я расскажу о пластике и бумаге. Это наш экологический час. Весь мир загрязнен огромным количеством мусора. Это нельзя отрицать. Но так ли это, что пластик хуже бумаги? Сейчас мы в этом разберемся. Давайте найдем все минусы бумаги. Все мы знаем, что бумагу создают из дерева, а вырубка лесов – это одна из главнейших проблем экологии. Во-вторых, бумага недолговечна. Пакетик из бумаги прослужит очень мало, или же при первом дожде порвется и промокнет. Далее пользоваться таким пакетом уже будет невозможно. Третий факт – энергии тратится много при создании бумаги. Можно потратить намного больше энергии, чем при производстве пластика. Один лист бумаги стоит как 4 бутылки пластика. Четвертый факт в том, что для бумаги требуется большее количество материала. То есть бумагу делают из воды и дерева, и не только. Давайте разберемся и сделаем вывод. Оказалось, что бумага не экологична. Почти. Она быстро разлагается, и это ее главный плюс. А пластик – это главный минус, что он долго разлагается. Я хочу призвать вас к тому, чтобы мы не мусорили, потому что мусор все же очень вредит нашей окружающей среде. Давайте мы не будем выкидывать пластик и бутылки из стекла в речки. Давайте мы будем сортировать весь мусор, чтобы было его проще переработать. До скорых встреч!